Татьяна Навка заявила о болезни Марата Башарова. Олимпийская чемпионка дала откровенное интервью и высказалась о скандальных поступках Марата. Знаменитости знакомы долгое время. «Я считаю, что талант не пропьешь. Марат Башаров очень харизматичный человек, и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможности стать тем, кем он мог бы стать», – высказалась Навка. «Он, к сожалению, страдает алкоголизмом, и когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Это отвратительно, ужасно и мерзко». Марат Башаров был женат 3 раза. Со своей первой супругой Елизаветой он расстался из-за измен. То 2 других брака артиста рухнули из-за рукоприкладства актера. Башаров давно не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем. По словам актера, он любит выпить. И начал сильно пить после того, как стали умирать его родные и близкие.